15 февраля 1974 года. Москва, колонный зал Дома Союзов. Идет торжественное заседание Пленума Комитета Советских Женщин. Дорогие товарищи, от имени миллионов советских женщин, от имени Комитета Советских Женщин, разрешите выразить слова самой горячей благодарности за высокую награду и заверить Центральный комитет нашей родной коммунистической партии, Президиум Верховного Совета и Совет министров СССР в том, что советские женщины и впредь будут на передовых рубежах коммунистического строительства, и впредь будут высоко нести знамя пролетарского интернационализма, и впредь будут воспитывать своих детей убежденными, страстными и активными борцами за победу великих коммунистических идеалов. Говорит президент Международной демократической федерации женщин госпожа Браун. Везде, где бы ни была Валентина Терешкова, люди выходят на улицы. И женщины, и мужчины, и дети. И все хотят дотронуться до нее, до ее волос или руки, или просят поцеловать их ребенка. Если бы это было только раз, но это каждый день много-много раз. Это очень трудно. И для этого нужно быть очень мужественной. И Валентина очень мужественная женщина. Сейчас Терешкову знает весь мир. Она член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР, председатель Комитета Советских Женщин, вице-президент Международной Демократической Федерации Женщин. Она закончила Военно-воздушную академию имени Жуковского, ей присвоено звание полковника авиации. Валентина Терешкова – человек счастливой и завидной судьбы. В ее судьбе, как в фокусе, отразились судьбы миллионов советских женщин. Ребята, скоро вас будут принимать в пионеры, и поэтому вы сегодня не случайно в нашем музее. Сегодня я вам расскажу о замечательной женщине, которая училась в нашей школе. Звать ее Валентина Владимировна Терешкова. Эти дети – ровесники космического старта Терешковой. Для них первый спутник, полет Юрия Гагарина – все это уже история. В нашем фильме о Валентине Николаевой Терешковой принимают участие люди, которые хорошо знают ее. Но начнем мы рассказ со старых документальных записей. Июнь 1963 года. Космодром. Сутки до старта. Ее пока еще не знает мир. В тот день репортер радио попросил Терешкову рассказать о себе. Родилась я в Ярославской области в 1937 году, 6 марта, в небольшой деревне. Родилась в семье крестьянина. Отец погиб во время войны. Мать осталась одна, 27 лет. Конечно, маме очень трудно пришлось. Нужно было заработать, чтобы одеть, обуть и выучить троих детей. Так начиналось первое интервью Валентины Терешковой. Говорит учительница Людмила Алексеевна Космолева. Я всегда люблю таких учеников, на которых наше слово ложится как вот вспаханную почву. Вот у нее было необыкновенное чувство, желание знать. Расширенные глаза, вот этот интерес. Такая тоненькая, с косичками, две косички. Пришла Антония Сергеевна и говорит: «Тоня, я к тебе привела. У нас только две машины были. Новые принесли как раз». Ткачиха Антонина Александровна Виноградова. Темно. А два?
Так машина, так машина. Я одну обрабатывала. А другая-то еще не обрабатывалась машина. Рядом тут Валида. Она говорит, Туня, говорит, я к себе привела девочку. Она, правда, на Лентуше немного работала. Она немножко знает, но ты ей покажи. Покажи, как замок заводить, как ставку ставить. Все покажи. Вот мы так с ней познакомились. Она мне рассказала. Туня Антония Сергеевна ушла. Мы с ней леса расточили, заговорили. Она мне рассказала, что ей папа убитый. У нас пошло все. Что у ей брат есть, и Люся работает в Откатской. Мама вот здесь в старой фабрике работала ранее. Булеет мама все. Так у нас пошло знакомство с ней. Разделался. Так мы из ней жили. А выдающегося-то как раз, ну, ничего не припомнишь. Работница как работница отличала ее трудолюбие. Работать, учиться, заниматься спортом. Она же крутилась, как белка в колесе. Это говорит помощник мастера ленторовничного цеха Константин Сергеевич Рыбин. Я отстал от учебы-то. Она начала учиться в школе рабочей молодежи. Учебники даже принесла. Учись, не отставай. Пороху мне не хватило, наверное, учиться. Уже отстал это безнадежно. Потом семья сразу появилась, ребенок маленький. Вот. И приглашала в это, в аэроклуб. Я говорю, а что я там делать-то буду? Прыгать, говорит, с парашюта. Я говорю, да я боюсь прыгать-то с 2-3 метров, вот. А то с парашюта. Еще смеялись, что ноги можно сломать. Кадры были сняты зимой 1974 года в Ярославском аэроклубе, рассказывает Станислав Морозычев. Что именно первый прыжок самолета, это первый прыжок в Пятый океан, был уже дальнейшим путем в космос. Спорт, он немножко трудный для женщин. И потому же качество, вот именно даже сделать первый прыжок, перебороть себя, это, конечно, уже такое ценное качество в девушке. Но у нее были и неудачи тоже, были успехи. И, естественно, нам, инструкторам, кто учил. Но приятно было видеть улыбку. И наоборот, когда были слезы, что тоже бывало. Ну, у нас парашютисты вообще народ веселый. Едем на аэродром или с аэродромом, песню поем. Ну, например, она всегда принимала активное участие в этом. Ну, не зря она была комсомольским вожаком. Ну, она такая была, знаете, активная такая. Только к нам поступила на работу, это все. Все бы ей надо, все везде было, надо ей, видите. Когда уж она вот от нас ушла, то она каждую неделю придет. Да каждый почти день бегала. Перерыв. Так работаете. Как дела? Это уж она секретарем от нас ушла, все равно к нам бегала. Скажет, все хорошо. Из интервью перед стартом. До полета Юрия Алексеевича Гагарина я, собственно, не задумывалась о полете в космос. Но когда я уже стала заниматься парашютным спортом, я стала ловить себя на мысли, а что если женщина полетит? И старалась представить ее, какая же она будет. Вспоминает генерал Каманин. Первая встреча была официальной. Я был председателем комиссии по приему. А они по очереди, одна за другой, человек 15, кажется, мы в первый день пропустили, подходили, отвечали на наши вопросы. Мы интересовались тем, как они учились, какие специальности имеют, почему пожелали лететь в космос и многие другие вопросы. Но я должен сказать, что еще до этой первой встречи
в моем рабочем кабинете примерно за 3-4 недели до этой первой встречи. Был такой у меня разговор с моим заместителем генералом Горегляд. Он пришел в кабинет и говорит: «Николай Петрович, знаете, появился еще один хороший кандидат на полет». Я говорю: «Кто такой?» «Терешкова». Я говорю: «Ну и что же Терешкова?» «Так вот, она вожак комсомола, организация большая, очень хорошая ткачиха, и наговорил очень много лестного и хорошего». Я сказал: «Ты не горячись, не торопись, все еще далеко впереди, будет решаться, кто будет кандидатом. Но во всяком случае, ему принадлежит право первого такого предложения, что ли, на полет Терешкова». Он высказал это. «Родная ты моя Дарылочка, это меня Стасик так называл, она пишет. Нет слов, чтобы благодарить тебя, могу только сейчас без конца целовать тебя и твоего Андрюшку, слышишь? Он должен быть...» Это Татьяна Морозычева, подруга Терешковой по Ярославскому аэроклубу. «И непременно должен быть парень. Танюшка, не сердись, пишу беспорядочно, это просто от счастья. Ведь ты посвятила меня в нашу жизнь, только не отделяйте меня. Знайте, что я всегда с вами, и во всем я всегда с вами. У меня все нормально, пока 5. Но главное впереди, отметки же ни о чем еще не говорят. Прошу тебя, нос держи всегда по горизонту». Это наше парашютное выражение. «Каждый день людьми прожит не бесследно. Танюшка, по правде говоря, ведь я никогда не думала, что буду учиться работать для людей. Каждый твой шаг, каждый день прожит только для них. Жаль, что тебя нет со мной. Знаешь, как бы мы здорово жили». Подмосковье. Звездный городок. Вспоминает летчик-космонавт Георгий Степанович Шонин. «Однажды утром, придя в летную столовую, Юрий Гагарин вместо обычного приветствия сказал нам: „Поздравляю, ребята, нашего полку прибыло. Через несколько дней мы будем принимать девчат“. К тому времени мы, небольшая группа молодых летчиков, уже 2 года работали в центре, прошли через серьезные испытания и поэтому знали друг о друге буквально все. Между нами сложились ясные и предельно простые отношения. То есть мы жили как одна дружная семья. И вот теперь в эту семью мы должны были принять новых членов. Юрий представил нас друг другу. Девушки рассказали от себя. Затем Юрий сказал, что дальнейшее наше знакомство пройдет в процессе тренировок. Мы все, как могли, помогали девушкам осваивать сложную космическую технику. Хотя для нас вначале было необычным слышать в тех залах, где установлены тренажеры и стенды, вместо обычных, четких, как военная команда, позывных «Кедр», «Сокол», «Рубин», мягкие и даже ласковые позывные «Чайка», «Береза». И уже даже по интонации, с которой произносился этот позывной, нам было понятно, как дела идут на борту. Если звонко и радостно, то понятно, все идет по программе, все четко. Если жалобно и просяще, то тоже было понятно, что инструктор вел какой-то отказ в систему корабля, и вот теперь «Чайка» или «Береза» старается выйти из этого трудного положения. Короче говоря, девушки серьезно взялись за дело, и через год с небольшим они были готовы к космическому полету. Этот полет совершила Валентина Терешкова. И еще одно интервью. Оно записано на космодроме перед самым стартом Терешковой. Вы услышите голос первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. «Приятно провожать девушку сейчас в полет. Вы знаете, наше дело очень трудное, серьезное. Большое такое дело и очень большая подготовка. Конечно, ни один космонавт вам не может сказать, что тренировки давались легко и они проходили очень легко. Трудно, конечно, трудно, ибо требования пока еще предъявляются к организму, который должен быть в космическом пространстве, очень высокие. И ей, конечно, было трудно
Много она занималась спортом, теоретически много занималась. И это дало свои результаты. Она сейчас имеет очень хорошую подготовку. Как в теоретическом плане, так и в практическом. Она очень хорошо знает систему космического корабля, отлично знает носитель. Очень хорошо отработаны вопросы управления космическим аппаратом. Короче говоря, это будет полноправный пилот, настоящий пилот космического корабля в космическом пространстве. Она будет не только летать в космосе, как говорят, за пассажира, при всем присутствовать, она будет руководить полетом, так же, как до этого выполняли полеты мужчины. Ну, а как вот прилетит, мы тогда сравним, кто из них лучше выполнит полетные задания. Вначале, когда возникла идея космического полета, были кое-какие сомнения. Но, в частности, Сергей Павлович Королев и ряд других товарищей, убежденные не в необходимости, я бы сказал, даже в неизбежности в будущем полетов женщин в космос, нужно было сделать все для того, чтобы доказать всем сопротивляющимся и всем, кто в какой-то мере сомневался, не верил в возможность такого полета, необходимость, полезность, нужность такого полета доказать. Были некоторые сомнения у меня, но у меня был и опыт довольно большой общения с летчиками-женщинами. Были летчики у меня в Харьковской бригаде, которые летали. Три летчика женщин были, которые летали, отлично летали. И даже учили кое-чему летчиков-мужчин. В качестве командира звена, командира отряда вывозили ночью, контролировали полеты. Кроме этого, к этому времени, ведь у нас было сотни отличных летчиков, участников войны, которые перенесли колоссальные перегрузки, десятки, даже сотни раз рисковали жизнью в вылетах в бой. В частности, вот известная летчица Чечнева, да летчики, которые ставили рекорды еще до войны, Гризодубова и другие. Председатель райисполкома Таисия Павловна Петушкова. Когда возвратились на комбинат, то улицы были заполнены людьми, и на комбинате уже начинался митинг. Было такое громаднейшее ликование, как будто бы встречали праздник 1 мая или Октябрьской революции. Это было 16 июня, и ко мне подбегают спортсмены, говорят: «Татьяна, иди скорее в машину, тебя ждут». Буквально меня заталкивают. Да кто меня ждет? Мне нужно, говорю, парашют еще укладывать, и очень дел много. Вбегаю домой буквально,
по телевидению вот эти первые снимки шли. Ну и знаете, я смотрела на экран, и вдруг вот эти первые уникальные снимки ее в космосе. Ну и, конечно, у меня первые слова вырвались непосредственно: «Ура, Валька в космосе!» А потом по радио объявили, а мне сын говорит: «Мама, давай включим телевизор. Может быть, и правда. Может быть, и не наша, может, американская». Я говорю: «Полно, Вовка. Давай», — говорит мама. Мы как включили, и там все говорят. Ой, я как села, меня как придавило. У меня молоко стояло, там все сгорело, дым-то пошел. Сын кричит: «Мама, ты чего же это делаешь? Посмотри, где там горит уж». И выключили молоко. Никак не вставалось. Я там опять посидела, наплакалась, говорю: «Пойду к Лене». Я была поражена тем, что она говорила. Она не плакалась о том, что с ее дочерью случится, вы понимаете? Это простая женщина, обращаясь к людям, а это знаете, что такое? Там корпус, огромный коридор, полный коридор людей, и маленькая комнатка, где они плохо жили, ее голос. «Спасибо вам, люди, что моя Валя такая стала», понимаете, в смысле таком. «Спасибо людям». Смотрю, я дома. Я иду на свою землю. И бегут люди, несут хлеб, соль. Женщины плачут. И вы знаете, хочется крикнуть им: «Ну что же вы плачете? Полет успешно завершен. Радоваться надо, смеяться надо. Не надо плакать». В приветствии Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР говорилось: «Подвиг товарища Терешковой умножил великую славу советских женщин, неутомимых тружениц, активных борцов за мир и счастье народа, строителя коммунизма». Говорит академик Александр Юльевич Ишлинский. Первой женщиной, появившейся в космосе, это была Валя Терешкова. Прошло 10 лет с момента запуска ракеты с космическим кораблем, в котором находилась Валя Терешкова. Я думаю, что 10 лет здесь является своего рода характерным временем. Во-первых, уже за это время выясняется ценность той личности, которая участвовала в той сенсации, прямо можно сказать, которая была 10 лет тому назад. И само событие находит оценку среди других событий времени. Соединенные Штаты Америки, Хьюстон, 1974 год. Говорит американский космонавт Юджин Сернан, побывавший на Луне в 1972 году. Меня не назовешь женоненавистником, но тогда я подумал: разве может женщина работать в космосе так же, как мужчина? Но женщины, безусловно, могут выполнить эту сложную работу не хуже мужчин. И в будущих полетах к Марсу и к другим планетам будут участвовать и женщины, и мужчины. Я считаю, что полет Валентины Терешковой, первый полет женщины в космос, был уникальным.
Я встречался с Валентиной. Она очаровательная женщина. Я не видел ее до полета, но если космос и меняет человека, то он сделал ее еще более очаровательной. Черту характера основное. Ну, вот я уже подчеркнул, волевой характер. Упорная в труде, в работе, настойчивая очень. Ну и очень честный, очень прямой человек, безгранично любящий Родину. Для моряка, когда он уходит иногда на полгода в моря и океаны, для летчика, который улетает на долгие часы, а иногда на долгие дни, и особенно для космонавта, которые сейчас уже могут и улетают на десятки дней, семья имеет, конечно, очень и очень большое значение. Валентина Владимировна провожает мужа-космонавта Андрияна Николаева в длительный космический полет. Октябрь 1973 года. В Комитете советских женщин принимают Артенсию Альенде, вдову президента Чили. Мужество тебе и доброго здоровья. Не плачь, дорогая, Георгиевский ревизий. Мы очень благодарны тебе сегодня за прекрасное выступление. Мужайся, и ты можешь на нас положиться. И ты не так любишь, что ты не можешь. Считай, что ты пришла в свой родной дом. Эта каса es tuya. И мы очень рады тебе. И para nosotros de verdad es alegría y felicidad de verte aquí. Спасибо, что ты пришла. Muchísimas gracias por esta visita. Queridas amigas, дорогие подруги. En realidad, como lo ha dicho la presidenta del Comité Soviético, como la amiga Valentina. Правда, как сказала Валентина, председатель Комитета советских женщин, первая женщина космонавта. Я не сен таки, как мой каз. Я действительно себя чувствую здесь как дома. Эта визита наша парада. Этот мой приход сейчас сюда. Рана, нанесенная народу в одном конце земного шара, больно отдается повсюду. Валентина Терешкова, которая 48 раз облетела вокруг нашей планеты, знает, как мала Земля, и эти раны еще острее отзываются в ее сердце. Недавние события в Чили, на Ближнем Востоке, Индокитае вызывают у всех нас глубокую тревогу за судьбы миллионов женщин и детей, переживших и переживающих трагедии войны, империалистической агрессии и фашистских переворотов. Необходимо первостепенное внимание уделить обсуждению предложений о совместных акциях по тем жгучим проблемам, которые требуют немедленных действий, потому что сегодня, завтра, каждый день гибнут патриоты Чили, обрушиваются бомбы на города и села арабских стран. Так говорила Валентина Владимировна Николаева-Терешкова. Человек, который все знания, энергию, душу и сердце свое отдает людям.